Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Анатомические матрасы фирмы «Орматек» – это отличный сон для комфортного отдыха, крепкого здоровья и прекрасного настроения. Магазин «Спальное место» дарит новогодние скидки до 70% на матрасы, подушки и на матрасники, а также распродажа компьютерных кресел, новое поступление шкафов купе, скидки на детские кровати. Магазин «Спальное место» – наша мебель сделает ваш дом ярче. Улица Гагарина, 17, второй этаж. Телефон 40307. Внимание! Спешите только до 13 декабря с 10 до 19 грандиозная ликвидация шуб от ведущих фабрик России. Новая коллекция этого сезона – более 500 шуб. Выгода до 60 тысяч рублей. Беспроцентная рассрочка от 3 месяцев до 3 лет. Без первого взноса, нужен только паспорт. Акция «Принеси старую шубу и получи скидку на новую». Вас ждут по адресу: улица Советская, 36, торговый центр «Радуга». Торговый центр по адресу Печорский проспект, дом 56, приглашает на большое поступление товара. Для вас елки российского производства, елочные игрушки, гирлянды, обои, вешалки, гардеробные, зеркала, комоды, клеенка и термоклеенка, посуда, подарки и сувениры и многое другое. И это была вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Многопрофильный медицинский центр «Современная медицинская клиника». От диагностики и постановки диагноза до комплексного лечения. Анализы, УЗИ, приемы врачей, гинекология, онкология, лечение зубов и протезирование. Действуют скидки для пенсионеров, инвалидов и членов профсоюзных организаций. Записывайтесь по телефону 30350. По данным синоптиков, завтра, 6 декабря, в Печоре ожидается облачная погода, временами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 10-12 градусов, а завтра днем минус 8-10. Уважаемые телезрители, не забывайте, что «Объединение волна» – это еще еженедельник. Наша газета выходит каждый четверг, и мы вместе с вами уже 20 лет. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Екатерина Лисицкая. Всего вам доброго, до свидания.